Вознесенска. Вот увильнуть это. Смотрите. Ставите эти весы кто-то в Херсон, Южноукраинск, Первомайск. Можно я отвечу? Подальше. Нет, не подальше. В Мигее есть карьер, который принадлежит дурлидеру. На сегодняшний день есть проблема с дурлидером, который никак не хочет возить в рамках допустимых. Он возит от 50 до 60 тонн. Портит дорогу и в Южноукраинске, и Мигею благодатное портит везде. Поэтому ставится в Южноукраинске, потому что там объехать невозможно через Затонку этим машинам. Те щипневозы, которые работают с Вознесенска, 90% щипневоза ведет 40 тонн. Я им когда пообещал не трогать по осям, они все время выполняют свои обязанности. Может быть, где-то там 41 неправильно погрузили. Не останавливайся, как ты знаешь. Я ее буду выборочно, потому что их видно, когда они идут, когда они шли 2 года назад, вот так. Денис, ну все мы эти водители, и когда идет щебневоз, нагруженный сверху, то мы его останавливаем. Но когда он идет, вот сюда же нет щебня. Не останавливается, как вы его останавливаете? Мы останавливаем. Так, а дело в том, что они себе уже нарастили борта на щебневозе? Нет, он нарастил. Те, которые щебневозы, да я скажу больше, что мы зафиксировали щебневоз, который самосвал и оформленный контейнеровоз. Есть и такие случаи.